День рождения у Рунета. Сегодня знаю, что день рождения у Круга. Рунет, знаете, что такое? Да, интернет русский. Вы постите? Да. Нет, мы не постимся. А лайк, вы часто лайкаете? Это что такое? Непродвинутый интернет. Ну, я в нем вообще не шарю. Мне оно. Что такое ми-ми-ми? А лайкаете? Лайка. Скайп. На всю жизнь поставят дизлайк. Вы сильно обидитесь? Кого поставят? На всю жизнь дизлайк поставят? Ну, конечно. А что такое? Ну, что, я это, плохой, что ли, дизлайк? Интернет. Вас часто банят? Некогда. Банили? Вот банили и, наверное, не банили, потому что я не знаю, что такое банили. Бани, парили, нет, по-русски. Да? Да. Ладно, маму спросим. Вас с утра банили? Нет. Мы вообще не местные, мы в гости приехали. Вас фоловили сегодня с утра? Еще раз. Фоловили? Банили? Рунет, знаете, что такое? Есть как, ноутбук, а не умею ничего делать. Кое-какие рецепты посмотреть и все. Что такое фоловили? Как думаете? Ну, сегодня праздник Благовещения, к этому относится? А, не совсем. А, например, вы помните ваше первое селфи? А, нет, я этим не занимаюсь, извините, это молодежи ближе. Селфи? Не помню. Скайп? Не помню. А селфи знаете, что такое? Конечно, знаем. Когда фотографируешь сам себя. А вас банили? Это что значит? За селфи? Или за что? Ну, смотря какое селфи видно. Я побежала, честно. Если нужны селфи-палки, приходите. Секция 324. Знаешь, что такое селфи? А что такое скайп? Я не знаю. Интернет? Я пока не знаю ничего. Сколько тебе лет? Ладно. А вы знаете, что такое троллить? Нет. А вы часто лайкаете? Нет. А на Wi-Fi сидите? Нет. У меня свой. А Wi-Fi знаете, что такое? Ну да. Раздача сети. Вас часто троллят? Нет. А вы знаете, что это значит? Ну да. Игнорировать, уходить от ответа. Ну, как бы не общаться. Сегодня день рождения Рунета, мы делаем опрос. Вот. Какие слова интернет, вот из интернет-лексикон, какие знаете слова? Лол. Лол. Ну, это типа, I'm sorry, я не знаю, там, ну, лол. Потом, ну, прив норм, наверное, как это. Обычный прив, как дел, я не знаю. Рунет. Что такое скайп? Ну, разговаривают люди по нему. Вы часто сидите на Wi-Fi? Да. Что такое Wi-Fi? Ну, интернет тоже, да? Беспроводное. Беспроводное, да-да-да. А лайкаете? Бывает. Что это? Ну, класс ставить, да? Так, что тут? Вас троллят? Это как? Ну, как вы думаете? Взламывает. Ну, это я не знаю, не понимаю. Вы сидите на Wi-Fi? Да. А знаете, что такое? Ну, конечно. Что? Беспроводной этот. А что? А у меня вообще-то Android телефон. А вас банят? Нет. А вы знаете, что это значит? Что это значит? Не. А троллят? Ну, пароль поставлен как? Никак, по-моему. А вы часто лайкаете? Нет, это глупая затея. И интернет, знаете, как говорят, это свалка, в которой есть много всего, в чем нормальные люди разбираются, а в чем остальные люди просто берут, скачивают или наоборот туда скидывают. Так что там надо особый ум иметь, чтобы там находиться.